У меня в гостях прекрасная Ольга Штейнберг. Она основатель телеграм-канала Fashion is Business. Ольга выступит завтра в качестве спикера в рамках выставки CPM. Ольга, про что будете завтра рассказывать? Да, на самом деле на деловой программе я модерирую 3 дискуссии. Мы приглашаем интересных спикеров, экспертов, которым есть чем поделиться. Завтра, 25 февраля, это дискуссия на тему диджитализации ритейла. Поговорим о трендах, о том, что происходит. Послушаем кейсы самых успешных игроков. 26 февраля будет также еще один круглый стол, посвященный технологиям. Там более предметно уже будем говорить о сайтах, о мобильных приложениях, о доставке, как это все работает для малого и среднего бизнеса, очень полезно для экспонентов. И последний круглый стол 26-го будет посвящен закупкам российских марок. Мы пригласили в гости байеров и марки, собственно говоря, и будем делиться опытом, как это все происходит, как в современном меняющемся мире маркам находить своего покупателя и как находить байеров, главное. Ольга, а какое у вас вообще впечатление складывается о выставке CPM? Ну, выставку CPM я знаю очень давно, практически с самого ее основания, и видно, как выставка меняется с каждым сезоном, следуя трендам в индустрии моды в целом и в ритейле. И это очень правильно и здорово, что на выставке появляется много новых экспонентов. Есть вот раздел «Стартапы», где имеют возможность показать свои работы только появляющиеся марки, только выходящие на рынок. Для них там есть специальные условия участия, и это очень здорово. То есть выставка обновляется, постоянно следит за трендами, и очень приятно, что она полезна индустрии, которая тоже постоянно обновляется. У нас был в гостях основатель телеграм-канала Fashion is Business. Ольга, спасибо огромное.